Как известно, президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто призывает народ к бунту против правительства. Широкомасштабные беспорядки ожидаются 28 октября. В соцсетях также распространяется фотография народного депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко. На снимке украинский политик стоит перед грузинским парламентом. Гончаренко известен как один из активных участников цветной революции и госпереворота в Киеве в 2013-2014 годах. Российские СМИ сообщают, что он причастен к поджогу Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Появление столь одиозной фигуры в Тбилиси расценивается экспертами как участие депутатов в подготовке грузинской оппозиции и провокации, а возможно и революции. Напомним, что ранее Зурабишвили сравнила результаты голосования с приходом России в Грузию.